Знакомая многим мелодия модного заседания на днях звучала в стенах Славянки. На празднике стиля собрались работники, друзья и гости предприятия. В лучших традициях модного приговора один из холлов Славянки превратился в импровизированный зал заседания, где судьи оценивали не людей, а их умение одеваться. Все обвиняемые – сотрудницы швейной фабрики. Женщины разных возрастов, взглядов и жизненной историей, но с единым желанием – стать лучше. Здесь все шло от души. От того, как вот человек работает, никогда не мечтает даже об артистическом каком-то шоу, и вдруг он пытается раскрыть свои таланты. Я думаю, это сегодня удалось, потому что это было вот по-семейному, по-домашнему. И люди это ценили. Для Евгении Бородич принять участие в шоу было нелегким шагом. Но благодаря поддержке со стороны коллег девушка все же решилась. Образы к модному празднику подбирались тщательно и все старались выдержать в стиле самой девушки. На подготовку ушло немало сил, ведь параллельно была основная работа. Но Евгения ни о чем не жалеет. Для всех это вот последний выход. Последний вот нарядный образ, каждый индивидуален в себе, и подыскать что-то свое было настолько тяжело. Но мы собрались в восторге. Всего участниц ждало 3 выхода – весенний, спортивный и образ для особых событий. Каждый представленный наряд – неповторимый, созданный с учетом характера и индивидуальности конкурсанток. Кто-то предпочел яркие краски, а кто-то – сдержанные тона. Разнились аксессуары и украшения, но все же одна черта объединила всех – исключительная красота. Для женщин вот в преддверии 8 марта это такой большой толчок для творческого развития, для проявления своей индивидуальности. И поэтому хочется, чтобы вот таких праздников было побольше. Понимаете? И очень хотелось бы, чтобы это все было помасштабнее. Кстати, в этом году швейная фабрика празднует 90-летие, и модный приговор – лишь начало торжественных мероприятий. А этот стильный праздник еще раз доказывает – Славянка – не только предприятие со славной историей, но и поставщик модных тенденций. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Бобруйск 360.